Дело в том, что ведь ненормированный график, и каникул нет, отпусков. Я вот выступаю, путешествую и гастролирую. И какой-то древний сказал про таких, как я. Счастливый человек занимается своим делом, а ему еще за это и деньги платят. Поэтому я не знаю, мне совершенно другой образ жизни. Я в эти их каникулы могу работать, а в будние дни работы нет, отдыхаю. Так что тоже я не как раз это мимо меня, этот вопрос. Я не эксперт.